есть начальство, для которого наши действия на Украине, есть способ консолидации нации, отвлечения внимания людей от социально-экономических и политических проблем, повышения рейтинга начальства и так далее. Если же говорить о большинстве, то я думаю, что большинство считает, что войны не будет, что Украина не будет сопротивляться. Только что я слышал замечательное высказывание, что на Украине там вообще нет, что на Украине вообще... А за что вы забираете женщину? За что вы забираете? Надо мне, пожалуйста, не мешайте действиям сотрудника полиции.